Друзья, всем привет! Добро пожаловать на Блин Тайм! Сегодня готовим вот этот потрясающий пирог из того, что было в холодильнике, без всяких грамм на глазок. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и жмите на колокольчик. И не забывайте, что с каждым лайком ваша карма улучшается. 2 яйца. У меня не полный стакан муки и чуть меньше сахара. Мы добавляем сахар сначала. У меня коричневый, берите обычно, просто у меня, знаете, уже завалялся, надо использовать. Сразу щепотку соли добавлю, чтобы не забыть. На ложка ванильного сахара. Взбиваем минуты 3. Если сахар полностью не растворился, ничего страшного. Ложка сметаны с горкой. 3 столовые ложки молока. Чтобы выпечка была влажная. 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешиваем до однородности. Буквально 10 секунд. Добавляем муку, почти стакан. Чайную ложку разрыхлителя. В 20 секунд я взбивала. У меня была горсть ягод, я их добавлю в пирог, и будет еще вкуснее. Это вроде как голубика, если не ошибаюсь. Это же голубика. Друзья, подскажите, пожалуйста, в комментариях, как называется. Ну, я думаю, что голубика. Аккуратно перемешиваем до однородности. Смазываем форму маслом. Растительным или сливочным, без разницы. Выливаем тесто. Я беру форму маленькую, потому что я хочу, чтобы он был повыше. У меня реально 2 яйца только осталось, поэтому делаю такой мини-пирог. Знаете, уже надоело по рецептам готовить, там эти все граммы, рецептуры. Захотелось вот такое, что было, то и смешало. Форма у меня 20 сантиметров, если память не изменяет. Покрутим, постучим. Еще лепестки миндаля у меня завалялись. Я ими посыплю. Вот буквально 2 горсточки. Слегка прижму, чтобы к тесту прилипло и лучше держалось. Все отправляем в духовку на полчаса при температуре 180 градусов. Потом проверяем зубочисткой или деревянной шпажкой. Такая вот красотень. Сейчас попробую. Это просто гениально. Вы знаете, я, конечно, не мастер слова, но это безумно вкусно. Просто вообще он очень мягкий, очень вкусный. Очень много вкуса в нем. Вообще супер. Ягоды сочетаются с орехами. У меня нет слов. Вот так вот я набросала все, что было, и получила нереальный восторг. Без всяких весов. Друзья, если вам понравилось это очень вкусное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и давайте печь пироги вместе. Всем пока! Люблю вас и пироги без весов тоже. Ой, как классно! Невозможно остановиться.